Всем привет, вещает медведь, и мы снова с вами заползли в детский сад. Ух ты, сегодня какая-то новая карта для меня. И, по-моему, я играю с пул-квадетами, у меня там одни квадеты в команде, и я, соответственно, играю, как у всегда, за мэг. У нас квадет пошла вниз, в подвалы. Ой, как тут страшно. И куда-то она исчезла. Я на этой карте еще не был. Блин, уже как-то мне не нравится это место, ну ладно. Давай заводить генератор, что делать-то? Херли, херли, время-то терять. Нашли гены, заводим. Здорово, кладет. Чё как? Только куда потом бежать, если в случае чего? Непонятно. Так, ну кошка пока молчит. Опа, 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 заморгала. Воу, а чё так мало-то? Проверка, Саня, видел, какая маленькая полоска? А какая-то, видать, блин. Ох, как неудобно. Ладно, пока запускаем. Какой-то, походу, какая-то порча на генераторе, что у меня маленькая проверка. У-у-у, как далеко. По-моему, это еще и подвалы, да? Так, все, бежим отсюда. Просто уходим с подвалов подальше. Конечно, спринт было зря тратить, но ладно. Так. Интересно, а вот там идут ее спасать, нет? Это как просто очень далеко. Я бы, наверное, бы лучше генераторы починил. Потому что, ну, я просто, смотри, где я, где она вообще, да? Генератор. Ну, палевный, конечно, просто жуть, блин, я не знаю. О, привет. В смысле, ты серьезно? Я не заметил? Он меня испугался. Он рили меня не заметил? Чувак, сходи зрение проверь. Тебе явно надо. Так, ну давай. Главное не косячить. Это я не умею. Я косячу профессионально. У нас получается охотник против нас играет, да, если я не ошибаюсь? Там, по-моему, просто кто-то в капкан попал. Значит, надо под ноги внимательно смотреть. О, ребята, вот это плохо. Надо идти помогать, Херли. Так, он одну поднял. Идем помогать. Поволок. Блин, он сейчас подвалы будет пихать всех, ё-моё. Вообще ужасно будет. Как оттуда он вытаскивать, непонятно. Ё-макарёк. Чё, давайте полечу, слышь? Давай птичкой. Быстрее будет. И пойдем спасать девах. Так, одна в подвал повешенная. Он сейчас вторую понесет в подвал, да? Что делаем? Что происходит? Мы прямо идем туда? Ты что делаешь? Чё она делает? И чё я должен тут... И как я должен тут помогать, интересно? Да вы гоните! Вы чё творите? Минус одна, минус вторая сразу. Я не помогу. Надо, короче, искать выход. Охренеть, вот это нормально вообще. Короче, все, я один остался. Обалдеть.
Надо искать люк. Регенератор еще чинить надо. Где люк? Понятия не имею. Не, ну блин, я покойник. Это что такое вообще? Как так-то можно было слиться-то вообще, а? Всем в одном месте. Тихо. Вон он, мужчина ходит. Мужчина, идите отсюда. Вы меня не видели. Меня тут нет. Блин, где же люк-то, а? Опачки. До свидания. Это самая, наверное, пока на сегодняшний день странная игра, неоднозначно. Я не знаю, что у нас делали мои кладеты, которые играли. Это что это было? Но я убежал. Что, я что-нибудь получил вообще? Я лучше среди худших. Я не знаю, как это обозвать. Они просто все втроем полегли в подвале зачем-то. Это пошла последняя спасать прямо в подвал, когда... Ладно. В общем, я не знаю, как это все дело описать, но я убежал. И, наверное, это хорошо. Я не знаю, я бы там в подвал никак бы не спустился, не помог, потому что он бы сидел, ждал в подвале, да? И мы просто бы все сдохли, поэтому... Ну, поэтому как-то так. Все, всем удачи.